Ну что, проверим силу. Так, ну что, готова умирать? Так, сейчас как влезу. Так, ну это была разминка. Сейчас точно нормальный счет выйдет. Неплохой такой результат. Скоро и 999 выбью. До встречи. О, Валентина, здравствуйте! Валентина, а вы знаете, что я очень сильный? Вон там вот на груши только что проверял. 2 раза. А второй раз такой счет большой показал. Я, наверное, самый сильный в классе. А знаешь, вот у меня такой тяжелый пакет. Купила подарки для племянника. Но не хочу с собой носить, мне еще в один магазин надо. Ты мог бы этот пакет принести мне завтра в школу с утра? Ну, если он не сильно тяжелый, то он мог бы. Попробуй. Понесу, донесу. Донесешь? Смотри только очень аккуратно, потому что игрушки дорогие, а племянники ждут подарков. Завтра с утра в 8 утра, пожалуйста, чтобы это все было в школе. Хорошо, Ромочка? Не волнуйтесь, Валентина, игрушки доставлю в целости и сохранности. Вот и хорошо. А за это получишь хорошую оценку завтра. Хорошо, ну все, Ромочка, давай. О, смотри, Рома идет. А что он тащит? Сейчас подойдет, узнаем. Рома! Ром! О, девочки, привет! А что вы тут делаете? Мы тут сидим, скучаем. А ты куда идешь? Я иду по делам. У меня важная миссия, ясно? Что? К невесте идешь какой-то? Ага, к очередной невесте. Ой, девочки, вы только о женихах и думаете. Лучше дайте мне вон воды попить. Рома, что значит воды дай? Иди купи, вот магазин рядом. Если ты не знал, она денег стоит. Вот вы и жадины. Рома, понимаешь, нам тут еще сидеть долго. Ты всю воду выпьешь, и нам ничего не оставишь. Мы, может, тоже пить захочем. А ее не будет, если ты ее всю выпьешь. Ой, жлобихи, пойду себе квасу куплю. А вот я поставлю пакет, вы следите и смотрите, не трогайте. Он так за этот пакет трясется, как будто там что-то ценное. Так давай посмотрим. Давай. Точно к невесте шурует. Давай по одному барни сидим. Давай. Он все равно у нас постоянно с рюкзаков тырит конфеты. Да. Так, это мы отложим. О, вот. Есть. О. Смотри. Ой, шоколадное, мое любимое. О, да, я тоже обожаю шоколадное. Смотри, как пахнет. Они такие маленькие, вкусные. Мягкие. Много начинки. Очень сочный. Не идет. Слушай, что там еще есть? Тут? Давай посмотрим. Водные пистолеты! Слушай, а давай побрызгаемся. Давай. Ура! Так, раскрываем их. Самое веселое. Давай быстрее, пока Рома не пришел. Так, первый мне. Да. Ладно. Давай. Сейчас, давай, прикручивай. Так. Теперь мне. Сейчас, подожди. Надо же прикрутить. Хорошенько. Чтоб... Так, все, давай мне. Сейчас Рома вон придет. Быстрее. Ну ладно, блин, давай.
Давай уже, сестра может сделать. Вадик, давай, выкручивай мне, давай, вот. Газировочка. Ням-ням. Ой, давай. А, водичка. Ой. Ну что, готова к поединку? Уже давно готова. Все, получай, получай! Что вы делаете? Я не понял. А что, не видно? Я прекрасно вижу. А где вы их взяли? У тебя в пакете. Так это не мой пакет, это Валентины Ивановны. В смысле Валентины Ивановны? В прямом смысле. Это подарки для ее племянников. Она попросила, чтобы я завтра в школу их принес. Ясно? А что же делать? А что же уже делать? Ничего, все равно распечатали. Получай! Вода закончилась. Ну сейчас вы меня поучите. Давай, быстрее. Эй, так нечестно, я уже в бутылке обожгу. Да что ж, Рома, там есть пистолет, возьми его. Ну ладно, хорошо, сейчас вы меня поучите. Девочки, а давайте лучше на набережной постреляемся. Слушай, хорошая идея, давай. Давай быстрее слаживаем, все, пакет покажем. Все, пакет. Пошли. Ну все, я вас выиграл. Ага, пока я буду лежать, будешь, он уже... Я уже... Это еще кто выиграл? Что ж он так долго скачет? Я уже вся мокрая! Я тоже, давай быстро набрала быстрее, тот же с нас засел. Все, я уже почти набрала. Раз, два, быстрее. Ха! Так нечестно, Рома, подожди! Со мной не справится! У вас нет шансов против моего орудия! Получай! Куда убегаете? Я хочу лучше! Получай! Получай! Я играю, мне очень нравится. Получайте. Рома, все, успокойся, мы уже все мокрые. Пожалуйста, хватит. Вы просто мне хотите испортить настроение, вы меня боитесь, да? А у меня оно очень хорошее, мне это все нравится. Рома, боюсь, мы сейчас тебе его испортим. Мне сегодня настроение вообще ничем не испортить. Эти пистолеты для племянников Валентины Ивановны. И утром тебе их надо будет вернуть. Блин, как я мог забыть?
Мне ж Валентина его на нас завтра убьет. Это во всем вы виноваты! Ром, ты не расстраивайся, мы что-то придумаем! Пошли вы догоним.